Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Приветствую, желаю здоров'я. На календарі у нас 12 жовтня, це для глядачів, які дивляться наш стрім. Роман Григорович, нашу розмову хотіла б розпочати із інтерв'ю голови розвідки Кирила Буданова. Він сказав, що жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. І його цитата дослівна, він каже, багато є форматів, але завжди війна закінчується, треба ж якось порозумітися всім. Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року. Ось ця фраза, хоча б коли почнуть покидати, як би ви трактували слова Буданова? Ну вот покинут или начнут покидать, это две разные разницы, небо и земля. Покинут и тогда начнем какие-то переговоры, это значит капитулируют россияне. Ну то есть любая война заканчивается капитуляцией одной из сторон. Либо одной, либо другой. Так вот, если россияне покидают нашу территорию разными путями, в мешках, без мешков, ногами, на одной ноге, неважно, покидают нашу территорию, и тогда начинаются переговоры о капитуляции России. Если россияне не покинули территорию нашу, и хотя бы один россиянин с оружием находится на нашей территории, то это капитуляция Украины, потому что, ну, по-другому никак. Раз они у нас на территории, то любые переговоры – капитуляция Украины. Потому тут Буданов, как истинный военный, поставил такую команду. «Стой там, иди сюда». Это есть, вояки меня поймут, что я имею в виду. Вот попробуйте выполнить команду «Стой там, иди сюда». Вот то же самое сказал Буданов. Потому что он имел в виду, ну, очень сложно сказать, потому что вот две диаметрально противоположных действия он свел в одно предложение. Это только может сделать только военный, если честно. То есть, ну, а если разобрать по, допустим, каждой из этих действий, разведем их, то есть, первое, любые переговоры, значит, капитуляция России после выхода россиян с нашей территории. Ну, однозначно, мы будем принимать капитуляцию, если на этот момент Россия будет существовать как государство. Либо будем заключать какие-то договора с построссийскими кластерами, в основном национальными, которые останутся после развала российского государства. Вторую часть его заявления – начать переговоры, если они начнут покидать. Ну, во-первых, Буданов еще под стол ходил, когда Украина дала возможность россиянам 20 лет покидать, на покидание Севастопольской бухты, на покидание Черноморским флотом Крыма. Это вот тогда еще, вот эта проблема, кстати, молодых до ранних руководителей. Они тогда, когда это все происходило, они еще сходили под стол, они даже не понимали, что это такое. Мы уже давали возможность 20 лет россиянам на переброску Черноморского флота в Новороссийск. Закончилось это тем, что россияне напали на Украину и оккупировали Крым, Донбасс и сухопутный коридор. Еще раз дать им такую возможность. Если они начнут покидать, то мы тогда начнем какие-то переговоры. Еще раз на 20 лет. Ну, легче Буданова снять, чтобы он пошел еще лет так 15-20 жизни понюхал, а потом уже понимал и предлагал какие-то варианты. Потому что это у нас уже было, закончилось очень плохо, сотни тысяч украинских жизней. Потому проблема, я так понимаю, что если моложе 50 лет назначается на какую-то руководящую должность, плохо заканчивается, потому что люди просто не видят жизни как таковой, и если сами это все не прожили, не видели динамику развития ситуации, они просто не понимают ее, естественно, не могут спрогнозировать. Никто не будет из украинского общества вооруженных сил Украины давать россиянам какую-то надежду на то, что мы будем с ними переговариваться до того, как они покинут украинскую территорию. А почему говорю украинское общество и вооруженные силы Украины? Потому что, ну, ВСУ это слепок сейчас, можно сказать, такая выжимка из украинского общества, и в принципе сейчас и гражданское общество, и армия, вооруженные силы Украины, подчеркиваю, они видят понятную, правильную, грамотную задачу: уничтожение российской армии на нашей территории, выдворение россиян с территории Украины, выход на госграниц. А вот что видят политики, а Буданов, Главное управление разведки. Что такое Главное управление разведки Министерства обороны? Он к Залужному отношение имеет по соку постов. У него начальник кто? До этого был Резников, а сейчас Умеров. И Резников, и Умеров участвовали в прошлом году в сдаче Крыма россиянам на 15 лет. Вот это либо фантомные боли Буданова, который до сих пор там у него сознание выкидывает еще оттуда с прошлого года, со сдачи Крыма на 15. Это ж вот как раз эта фраза как раз оттуда. То есть если начнут выход, то мы будем где-то переговариваться. Но проблема, у человека проблема либо с восприятием информации, либо с ее передачей. Либо он сейчас начинает работать в качестве провокатора, в чистом виде провокатора, провоцируя украинское общество на либо восприятие, негативное восприятие, либо информации этой, либо наоборот на попытку за счет своего расположения рядом постоял с вооруженными силами, потому что, еще раз повторюсь, ГУР-МО до сих пор МО, а не ГУР-ГШ. То есть подчиняется министру обороны Умерову, дальше офису президента вместе с президентом, а не генштабу, не подконтрольной жесткой власти Залужного. И вот эта проблема, ее надо решать, и эту в том числе. ГУР-МО надо забирать из-под Министерства обороны, передавать в генштаб, чтобы это был ГУР-ГШ, и не вылазить руководителю разведки с политическими заявлениями в информационное поле. Если надо будет что какое-то политическое заявление, это делает Залужный. Кто-нибудь слышал от Залужного даже намек на такого рода информацию, что мы как-то будем договариваться с россиянами, пока они не покинут нашу территорию? Вот эта проблема в Буданове, уже я вижу в Буданове проблема. Либо перестаньте его использовать, это имеется в виду руководство, уже которое стоит над Главным управлением разведки, либо перестаньте его использовать в качестве говорящей головы, давая ему какие-то распоряжения, озвучивать их в интернете, в информационном поле, на посмотреть, на реакцию общества, там, или засеять эту информацию в обществе, чтобы потом как-то ее потом пожать. Либо переведите конкретно его под управление главного, под управление Генштаба, и забудьте за Буданова как за говорящую голову. Пусть занимается своей разведывательной деятельностью, которой у нее очень много, но только уже в рамках общих задач вооруженных сил Украины. Романе Григоровичу, я уточню, якщо дозволите, скажіть, будь ласка, але все ж таки після капітуляції ворога-окупанта договір же якийсь все одно має бути підписаний, якийсь документ? Ну так это ж как раз и есть, это и будет договор о капитуляции, да, это будет, да, он так и будет называться, договор о капитуляции российской армии, Российской империи, и там будет прописано контрибуции, репарации, определенные судебные иски, там будет все и вся прописано именно в самой капитуляции. Потери российские, которые она понесет после капитуляции, ну и так далее и тому подобное. Но это уже потом, опять же, если Российская империя как таковая будет к этому времени существовать. Еще раз повторюсь, те процессы, которые сейчас происходят в национальных сообществах России, разорвут ее, ну, я вижу, разорвут ее на национальные кластеры. Опять же, для того, чтобы это видеть, это ж надо прожить жизнь лет 60, то есть родиться в Советском Союзе, уйти, так сказать, из Советского Союза при развале его, видеть все эти процессы, которые предшествовали одному, другому, третьему построению государств национальных. Это когда все через себя пропускаешь, становишься либо участником, либо визуализируешь эти все процессы для себя, тогда понятно, что происходит. А вот сейчас происходит в России то же самое, что происходило в Советском Союзе, когда после десятилетней войны в Афганистане Советский Союз начал разваливаться на составляющие ее части, по экономическим, с одной стороны, по проблемам, ну и по внешнеполитическим тоже. То есть та же самая картина сейчас происходит и с Россией после войны в Украине, десятилетней войны в Украине, один в один, 10 лет. Тогда Советский Союз 10 лет в Афгане потерял много людей, и сейчас россияне за 10 лет потеряли большое количество россиян, и те экономическое давление, которое оказывает на Россию сообщество, и внутриполитические уже начинающиеся процессы становления государств по национальному признаку, это приведут к такому же развалу России, как и Советского Союза. Потому нам, может быть, и не надо будет после уничтожения российской армии, выхода на госграницы, заключать вообще какой-либо договор, так как не будет с кем, как с Российской империей, я имею в виду. А будем разговаривать уже с теми кластерами, на которые будет разваливаться Российская империя, с Татарстаном, с Ичкерией, с Ингушетии, с Бурятии, с Сахой, ну и так далее и тому подобное. Разберемся, как, кто, за что и чем будет восстанавливать наши потери, как, кто и где будет отминусовывать террористов, которые к нам заходили. Но эти моменты будем вот в этих договорах уже построссийских прописывать. Этот механизм, в принципе, ну, он реальный, он уже был, то есть мы это уже все прошли больше 30 лет назад. А в это время Буданов точно ходил под стол пешком. Ему там было лет 5, наверное, не больше. Також Буданов говорить про те, що Росія може дозволити собі воювати до 2025 року, а по кількості техніки до 2026 року. Крім того, він каже, що події в Ізраїлі, якщо вони затягнуться, так, то це може вплинути на постачання зброї Україні. Скажіть, будь ласка, а чому ось такі саме дати називає наразі Буданов? 25-й, 26-й рік? Много говорит. Буданов говорит, много говорит Буданов. Он должен заниматься своими делами, а если кто и говорит, то говорить должен президент или главком. Я уже запитала в интервью, он ответил. Ну, понятно. Вопрос вот в чем. Россия будет воевать ровно столько, пока она будет существовать. До 25-го, до 24-го, до 28-го, до 49-го. Вот пока будет Российская империя, она будет воевать, потому что она по-другому империи не будет, она сразу развалится. Потому эти цифры, ну они так, ни о чем называются. То есть сказать, а бы сказать. А для чего непонятно? Для того, чтобы что? Чтобы навязать какой-то негатив украинской обществу. Ну, смысл, это ж не без привязки к чему-то. Потому будет Российская империя, она будет воевать. Будет воевать против всех, называется. Потому что для того, чтобы оставаться империей, надо расширяться. А раз расширяться, значит, будет кидаться на всех, как бешеная собака. Потому ее лучше в этом смысле пристрелить, а дальше уже разбираться с теми, на что она развалит. А то, что если затянется конфликт на Ближнем Востоке, опять же не согласен с Будановым. Потому что ну, чуть по-другому идет распределение, особенно военной помощи по направлениям. Та военная помощь, которая идет, допустим, на Ближний Восток по двустороннему договору между Израилем и Америкой, она абсолютно никак не касается тех военных поставок, которые идут в европейский кластер. Они не связанные вещи, то есть, ну, грубо тот склад боеприпасов, который предназначен, с того склада боеприпасов, который предназначен для Ближнего Востока, мы ничего не получим, потому что мы получаем со склада, который предназначен для Европы. А израильтяне не получат ничего с европейского склада. Ну, в этом смысле, я так на пальцах просто объяснил. То есть это две несвязанные вещи, потому ничего не произойдет, затянется, быстро закончится война на Ближнем Востоке. Никак не повлияет это на поставки техники и финансов для выполнения нами наших задач. Тем более, ну, все-таки основная сила, которая за нами стоит, ну, не Америка, а Европа. Кто бы что ни говорил. Да, американские финансы, да, американские некоторые моменты вооружений, но все равно основной движущей силой являются европейцы. Та же Британия, та же Польша, та же Германия прекрасно понимает, что это проблемы европейские. Мы решаем сейчас проблему европейскую, а не ближневосточную. Потому и здесь Буданов как-то, ну, мягко скажем, слишком линейно завязал эти темы не будет завязки никакой. Ну а те действия на Ближнем Востоке, которые сейчас происходят, пока это вот на данный момент, пока это какой-то разыгрывается спектакль. Ну я вот вижу, слишком все по-писаному смотрится это. Пропустили режим казус Бейли, пропустили радикалов Нухабы, Нухабаток, по-моему, есть такое радикальное крыло Хамаса. Пропустили их в Израиль, они там побесчинствовали, убили больше 1000 израильтян, 1200. После этого отыграли в обратную сторону, это казус Бейли. Дальше сделали из 2,5 миллионов арабов в секторе Газа таких бабу-ягу, одну большую 2,5-миллионную, начали операцию. Уже погибло больше 1500 гражданских в секторе Газа. Вот на данный момент, это вот на сейчас, 1500 гражданских погибло, а там больше 2 миллионов человек. А операция продолжается, авиация сейчас работает. Сколько там реально будет, там больше 5000 раненых уже. Это по данным с этой территории. Потому как дальше и куда дальше это все будет выезжать. Оно непонятно, знает это только тех, кто эту весь этот спектакль затеял. Чем он закончится, ну посмотрим. Но мы можем только посмотреть на все это действие. Максимум это как-то поучаствовать в сохранении жизни гражданского населения. Приняв у себя, поучаствовать, но только в этом режиме. Вступать в какие-то боевые действия, тем более в этот конфликт, ну уж точно не надо, ни на одной, ни на другой стороне, ни в коем случае. Потому что, с одной стороны, государство, которое в свое время, недавно, там лет 75 назад всего лишь образовалось, а с другой стороны, миллиардный арабский мир, мусульманский, который это государство не совсем хочет у себя видеть и не участвовал в образовании этого государства. Тогда в свое время это еще... колониальные власти Великобритании, англичане тогда запускали израильтян, это в районе 40-го года, и потом уже на эту территорию, когда они убегали от Гитлера. Ну, там своя тема, это историческая, они сами это разберутся. То есть там довольно-таки серьезный конфликт, он далекий, он тысячелетний, если так говорить еще, от выхода, из исхода израильтян из Египта, если это считать. То есть такой, ну, очень серьезный конфликт в этом смысле. Они притащили его на данный момент. Потому и с одной и с другой стороны хватает радикалов. Радикалов много в Хамасе, но радикалы есть и среди израильтян. А то, что среди израильтян попадаются твари, которые еще хуже хамасовцев, так я на своей шкуре это испытал, уже говорил. В изоляции как раз меня пытал израильтянин Девич, тоже тварь еще та. То есть, потому надо очень аккуратно к этому относиться. Уже со стороны арабов уже больше погибших, чем со стороны израильтян. И кто его знает еще какой смерть. Роман Григорович, щодо подальших планів та дій ворога. От сьогодні окупанти знову вчергове атакували Україну, постраждала Харківська, Одеська область. І Буданов каже, що Росія наразі накопичує ракети, аби створити нам проблем не тільки в енергетиці, а й в нафтовій сфері, на промислових підприємствах, на військових об'єктах. Скажіть, будь ласка, чи може географія розширитися? Ну, у россиян основная задача уничтожить украинское государство, украинскую нацию, геноцид в чистом виде украинского народа. Потому они будут использовать спектр задач такой разный, разношерстный. Туда, куда достанут, будут бить по всему. И энергетика, и теплогенерация, то есть и технологически определенные цепочки. Доберутся, и раз уже начали, мы уже это видим прекрасно, когда добрались и до складов того же зерна, то есть они будут уничтожать, зачищать в ноль, пытаться зачистить в ноль украинское государство. Это понятно. Вопрос, у них не хватает количества сил, средств для этого, потому что очень большая территория, очень много людей, это не сектор Газа. Плотность населения не такая, в секторе Газа 700, у нас 70, в 10 раз меньше, а сейчас еще меньше, можно даже так сказать, раза в 2. потому нанести серьезный урон россияне даже полностью, если выкрутятся, выжмутся, они просто не смогут. То есть уничтожить государство Украина у них не получится. Они будут стремиться к этому, подвигать, в основном подвигать к тому, о чем сказал Буданов. О том, чтобы начать переговоры до того, пока россияне выйдут из Украины. Вот здесь вот не совсем хорошая параллель между высказыванием Буданова и задачей у россиян. И вот плохо это смотрится, когда начальник разведки начинает в этом смысле как-то россиянам подыгрывать в их не действиях, а о целях и задачах. У россиян-то как раз задача сейчас какая? С помощью террора усадить российское руководство за стол переговоров для того, чтобы капитулировать, то есть чтобы Украина капитулировала перед Россией. Вот это основная задача. И вот вместо того, чтобы четко, ясно по-военному говорить о том, что не будет никаких переговоров, пока Украина не выйдет на границу 91-го года, у Буданова какие-то залипухи, причем такие детские, ну уже, ладно, 40 ему еще нет, ну такого ясельного возраста. Ну или когда сядем и, вернее, можем, если они только начнут куда-то уходить. Так они уже начали, так садитесь. Вернее, вы уже сели в прошлом году, хорошо так сели в Стамбуле, что отдали на 15 лет Крым. А теперь этими бумажками Путин апеллирует к мировому сообществу. Так вот, они сами мне предлагали Крым на 15 лет. И попробуйте с этих бумажек съехать, если там стоят подписи всяких Резниковых, Умеровых, там, может быть, не знаю, кто там участвовал. Ну, Резников, Умеров, кстати, участвовал во всей этой беде. Кто-то там себе что-то наорохамил, Абрамович, снятие санкций. Но основное это было это. Потому есть вопросы. И к Буданову, конкретно уже к Буданову. Что-то он сильно много наговорился, лучше бы ему помолчать хотя бы с полгодика, как минимум до весны, до выборов президента. Романе Григоровичу, в Офісі президента кажуть, що Росія накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках. Окупанти активізувалися не лише біля Авдіївки, повідомили в Генеральному штабі, а зокрема на Лиманському напрямку. Скажіть, будь ласка, яку стратегію наразі ви бачите, от ворог обрав? Ну, это примерно как сказать, что вот сейчас мы с вами что-то разговариваем или готовимся сказать. И вот вы мне задали вопрос, и я готовлюсь на него ответить. Это то же самое, что враг скапливает резервы. Ну, он всегда их скапливает. Ну, то есть это такая периодичность любых действий. Сначала накапливаются резервы, потом выполняется какая-то задача. Накапливаются резервы, выполняется задача, это происходит постоянно, это постоянное выполнение определенных любых действий, оборонительных, наступательных, военных действий как таковых. Скапливание, выполнение, скапливание, выполнение. Обозначить в эфир вот такое действие непонятно для чего. Ну вот смысл, ну это так всегда делается, это как надо привезти снаряды, потом засунуть их в ствол и выстрелить. Вот давайте это проговорим. Да, привезли снаряды, воткнули в ствол, выстрелили, привезли, воткнули, выстрелили. Завтра это будет делать? Будет. А вчера и вчера делали, а сейчас и сейчас это делаем. Ну, потому, а для чего? Я так чувствую, нагнетается какая-то, специально нагнетается какая-то истерия. Такая, усиливается давление в информационном плоскости, причем со стороны наших руководителей. Но это большой вопрос. Вы вообще что делаете? Для чего? Подвигнуть общество, сдаваться не будем. Не будем и вам не дадим сдаться. Даже если и хотите о чем-то там подписаться, записаться и сесть, поговорить, не дадим мы вам этого. Не дали мы в свое время Януковичу сдаться. И в этот раз не дадим. Разные методы бывают, но не дадим. Как бы кто там не хотел, и те подписанты прошлого года стамбульских соглашений, Крым на 15 лет, ну, вам бы лучше помолчать сейчас. Потому что и то можно вспомнить. То есть не надо этого делать конкретно, потому что пока до победы, до уничтожения россиян на нашей территории с оружием, до выхода на границу 95-го года не раскачаете ситуацию. Как бы вам это ни хотелось. Я понимаю, они сейчас хотят раскачать ситуацию, чтобы были какие-то внутренние заварушки. Не надо этого делать. Этого точно не будет. И просто есть механизмы, как нивелировать внутренние эти потуги у нас уже очень сильная, мощная система и подразделение контрразведки. Поверьте, оно работает автономно, как бы кто там себе не думал, что кто-то им управляет. Нет, они выполняют задачу, это военнослужащие. Они давали присягу народу Украины, а не политикам. Почитайте присягу, там четко написано. Суверенитет и территориальная целостность Украины. Причем присяга дается народу Украины. Территориальную целостность сейчас восстанавливают вооруженные силы Украины, а за суверенитетом будут смотреть контрразведка службы безопасности. И поверьте, она очень хорошо начала работать, показывает такие положительную динамику. Поэтому всем этим товарищам, которые пытаются через общество надавить и подвигнуть его к сдаче украинской территории, ну точно не поздоровится. Я думаю, вырулим мы с этой ситуации, и такие закидоны, которые опять пошли каждый месяц, это называется щупают почву, как отреагирует на это общество. Когда-то можете дощупаться, так отреагирует, что ну, мало не покажется. Лучше не щупайте. Роман Григорович, про роботу Служби безпеки України видання Wall Street Journal написало про те, що Малюк перетворив СБУ на хірурга, який вирізає російську агентуру в Україні. Зокрема, СБУ викрила понад 2000 державних зрадників з початку війни. Російська агентура раніше розрослась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів, зазначив Малюк. 2000 з державних зрадників. Це ж, напевно, ну це багато, але ви говорили мені раніше в ефірах, що їх набагато більше. Ну, на порядок это точно, потому что с 2004 года они начали заходить. На порядок десятки тысяч внутри этих мамонов, фамилия Мамон, тех, кто навел ракету на грозу. Этих десятки тысяч мамонов еще есть. Я просто так сложилось, что часть моих друзей с 2014 года, которые воевали вместе с нами, были в и партизанских отрядах, и в батальонах, и в системах обеспечения. Часть друзей у меня есть и в контрразведке и СБУ, потому могу именно чисто за контрразведку говорить, в ГУРе, в Главном управлении разведки, в силах спецопераций. Даже в службе внешней разведки есть друзья. Знаю прекрасно, вот по контрикам СБУ они действительно реально, за все остальные службы не могу ручаться, не знаю. А вот контрики работают, ну, звери реальные, молодцы хлопцы, сейчас разрывают буквально всю эту агентуру, просто их очень много, этих мамонов у нас внутри, очень много, потому им еще работать и работать, помогать надо. Может быть, даже увеличивать штат, увеличивать за счет тех же разведгрупп других направлений. Но это им там виднее будет. Малюк в этом деле хорошо разбирается, потому я думаю, он этот вопрос решит и дальше решит. И, кстати, включая вот эти заявления, о которых мы с вами только говорили. То есть это уже информационное давление на украинское общество для подвигания к какому-то решению. Вот не будет этого решения. Еще раз повторюсь, контрики отыграют, и я думаю, они обратят внимание на вот такого рода заявления, которые сейчас проталкиваются. Опять начали проталкиваться в информационное поле. Вот в середине, я уже посмотрел, где-то в середине месяца, каждого месяца, каждый месяц, вроде как методичку кто-то сбрасывает, какая-то бабка, шептуха пошептала на уши и начинают говорящие головы просовывать опять подготовку к каким-то договорам, переговорам. Кстати, как раз в ближайшее время, по-моему, должны быть какие-то мирные переговоры вот в продолжении вот этих мирных инициатив, по формуле мира, вот носятся с этим миром. Какой может быть мир, если у нас война, и пока мы не уничтожим российскую армию, у нас мира не будет. И там еще после уничтожения российской армии мира лет 10 не будет, пока Россия будет разваливаться. У нас здесь впереди победа должна. Если бы они называли этот вопрос победы, уничтожение россиян, вот этот вопрос поднимали, тогда да. С этим можно носиться. Носятся с миром, непонятно, во время войны носиться с миром. Ну, ни к селу, ни к городу называется. Романе Григоровичу, традиційно на завершення нашої розмови для вас підготувалася. Окупантам пора покидати наш Севастополь? Ну, им не надо было туда заходить. Вот если бы Буданов был постарше лет на 15, он бы знал, что в конце прошлого тысячелетия был заключен 20-летний договор, давалось время Черноморскому флоту на перебазирование на Новороссийск. До 2017 года этот договор был заключен, и вот 20 лет они должны были перебазироваться. Потому они должны как минимум с 2017 года были покинуть украинский Крым полностью, вывести оттуда. Харьковские эти договора, угоды, как ты кажут, харьковские, они незаконные, это все прекрасно понимают, они были просунуты тогда довольно-таки с большой кровью через Верховную Раду, это тоже все прекрасно видели, российскими вот этими мамонами, которые зашли еще в Верховную Раду в том числе. То есть с 2017 года им надо оттуда уже отгребать. А вот сейчас, исходя из той ситуации, которая слаживается на данный момент, я думаю, все будет зависеть от возможности форсирования Днепра. У нас еще есть вероятность форсирования Днепра и выхода, потому что форсирование Днепра в основном нужно для того, чтобы для захода в Крым. Еще есть возможность для форсирования Днепра, окно возможностей, в принципе, оно будет открыто до серьезных осадков, либо до серьезных таких морозов, может быть. И это окно возможностей даст уже тогда такой реальный сигнал, если начнется форсирование, реальный сигнал россиянам, ну, грести из Севастополя, не только из Севастополя, из Крыма. Но вот последнюю неделю, если вы обратили внимание, никаких ударов по Крыму нет. Неделя-полторы, наверное, ну практически никаких. Там несколько ударов было под Джанкою, севернее Джанкою, это таких под вопросом. И вот сегодня подрыв корвета на внешнем, вчера подрыв корвета на внешнем рейде в Севастопольской бухте. Опять еще под вопросом, либо это мина, либо торпеда, либо беспилотник, но будем потом посмотреть, так сказать, что с этим было. А последние полторы недели ни одного удара серьезного, который был до этого, по Крыму не происходит. И вот возникает сразу вопрос, что это опять начали нам рассказывать про возможность переговоров до выхода россиян или начала выхода россиян из Украины. Вот это начинаешь слаживать, анализировать, и вот видится какие-то мирные переговоры впереди. И опять впереди мирные переговоры, потому что формулу мира где-то будут проталкивать. Где? В Турции. Там, откуда начинали в прошлом году. То есть опять в Стамбуле или там где-то будет этот вот сходняк, в ближайшее время будут просовывать формулу мира. В какую сторону, кто кому будет ее просовывать. Главное, чтобы нам ее не просунули, а только со своими правками. Ну, посмотрим. Это вот здесь обществу надо четко за этим наблюдать и смотреть. И вооруженным силам в том числе. Ще одне питання, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, навіть тимчасова пауза у наданні допомоги від США може зупинити контрнаступ України? Нет, ну, дело в том, что даже сейчас, если они остановятся, даже полностью, сейчас полностью все остановится, нам же сейчас едет то, что было обещано еще в начале года, проплачено и просто еще доходит. То есть остановка какого-то движения на данный момент дополнительного, она как-то будет показательна только в следующем году, не сейчас. Потому нет, не будет остановки. Вот сейчас видно основное направление, оставшееся, это в сторону Токмака, вот туда і будемо двигатися. Романе Григоровичу, щиро дякую за детальний аналіз та за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, а також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі, але в першу чергу підтримуємо Збройні Сили України. Щиро всім дякую за увагу, всього найкращого і до завтра. Романе Григоровичу, дякую вам.